Всем привет! С вами канал Карми. И сегодня у нас сок чая. Я Каролина, а это Веруша. Мы будем пробовать через соломинки и угадывать, какой это сок. Все, девочки, закрываем глазки. Закрыли глазки ручками. Открывайте глазки, пробуйте. Я возьму сок. Мира, что ты все думаешь? Яблочко? Да. Молодцы! Этот раунд угадали обе девочки. Выпили? Готовы к следующему? Да. Это же круглое. Я подглядываю немножечко. Пробуйте. Чего скажете? А? А из чего она состоит? Мирочка, кто же подглядывает пузик? Что? Это зайчик. Это что, зайчик? Смотри, коктейль. Из чего он здесь состоит, зайчик, скажи мне. Ну, извиняюсь, смотри, коктейль из ананаса и апельсина. Не угадала? Что там зелененькое есть? Мирочка, что зеленое? Это авокадо. И киви. И киви, девочки, киви. Хорошо, садитесь, глазки закрывайте. Пирчик-пирчик, крышечка. Я потом вам еще дам. Запила. Глазки закрыли. Мам, мне 1 балл, да? Мне один балл, да. Выходит у нас у Каролиши 2 балла. У Мируши 1 балл. 1, 2, 3. Открывайте глазки. Ну-ка. Что это? Миру, что это такое? Миру, не жули. Да что? Все, какой зайчик сок? Ананасика. Ананасика. А Мируша, а Каролиша думает, какой сок? А Каролиша допила просто. Березовый. Да, правильно, зайки, березовый сок. Мирусенька, березовый сок это был, зайчик. Да, вкусный. Березовый был. Вкусненько? Мира, ты жульничаешь, но если... Ну, она маленькая, ей можно. Но если она маленькая, то пускай жульничает. Давайте, открывайте глазки. Глазки. 1, 2, 3. Какой там у нас? Мируша. Да мимотика! Мимотик, думаешь? Мимотик. Кисленький, потому что? Ну да. Я как раз. Вот этот, Мируша. Вот этот. Вот этот, там Лепиховыч. Засчитаем ей балл. Ладно, Мирушенька, сядь, пожалуйста, на стульчик, я следующий сейчас дам. Следующий, тебе не понравился, Мирочка? Кислый? Я. А Каролинке понравится? А я очень люблю облепиховую. Ага, можешь попробовать. Закрывай глазки. Я глазурик. 1, 2, 3. Можно пробовать. Ровный апельсин в лицо. Нет. Не угадал никто. Это морковка. Кисло тебе? Да. Все, я поняла, он не понравился на полках. Все, тогда. Да. Говорите пока-пока. Пока. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.